Всем привет! 29 мая у меня начнется серия летних дебютных тренингов. Первый тренинг будет по защите каракан. Тема Немцовича Бронштейна. Вот вы видите справа слева от меня. Табличка с расписанием тренинга. Методика, которую я использую, позволяет достаточно быстро и эффективно осваивать дебютные премудрости. Поэтому многие записываются на тренинг даже по тем вариантам, которые не играют пока что. Подробнее о том, как проходят тренинги, вы сможете посмотреть опять же здесь это. Надо мной. Если вы хотите присоединиться, такая возможность есть, достаточно заполнить форму по ссылке под видео или написать мне на почту. Важный момент. Ко мне обратились жители восточных регионов, которые говорят, что тоже хотели бы участвовать, но вроде как неудобное время. Именно поэтому я решил провести опрос. И если мы наберем более 10 человек, то по будням можно будет проводить дополнительные занятия в 10.00 Москвы. Единственное, да, кому-то может быть и из западных регионов это будет удобно. 10.00 московского времени, утра. Может быть и кто-то жаворонок, да, и в 10 утра самое работоспособное состояние. Дополнительные группы, единственное, что вот важный нюанс, дополнительные группы для жителей восточной части нашей страны я смогу организовать только с 26 июня, не ранее. К сожалению, все очень жестко и плотно расписано. В общем, желающие изучать дебютную теорию с 26 июня с 10 утра московского времени, подходите, записывайте. Так, вот, как проходят занятия. Небольшая презентация, особенности, лекция, лекция плюс ответы на вопросы, ну и так далее. Ну и не забывайте на мой канал подписываться, лайки, дизлайки.